такое дело, как бы. И мы сейчас туда идем. А тут есть сушилочка, но правда она не бесплатная. Вот мы и сушимся. Так, ну что, мы на аттракционе, посвященном юрскому периоду. Худеющим дамам привет, потому что я нашла для вас офигеннейшую песню про диету. Это ребята с Ивана Франковска, они уже просто взорвали всю Украину с этим мега-хитом, поэтому настоятельно советую вам свайпнуть вверх, перейти и послушать эту крутую песню. На диете я сижу, и никому не кажу, бережу свое тело, чтобы там не было. На диете я сижу, холодильника режу, бережу свое тело, чтобы там. Что, я дождалась этого момента, наконец-то мы сейчас будем пить сливочное пиво, оно безалкогольное, не переживайте, как в Гарри Поттере. В общем, я реально очень долго ждала, я помню, когда ты была в Universal Studios и пробовала его, оно очень вкусное. Если бы я могла вам передать этот вкус. Очень близкий друг и прекраснейший актер набирает сейчас себе курс актерского мастерства. Если ты хочешь развить себе актерские способности, развить технику речи и стать на сцену настоящего театра и сыграть спектакли, то обязательно переходи вот сюда и записывайся. Старт курса 15 февраля, а также после этого ты можешь попасть на кастинги полнометражных фильмов и сериалов. Камон! А вы за кого, Слизерин или Гриффиндор? Короче, я не сдержалась и купила себе еще одно пиво, потому что оно ужасно вкусное. Самое обидное, что я понимаю, что его нигде не найду в Киеве.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. Все с Андрюхой словно известные гонщики американские, которые тут пушат просто каждый второй. Смотрите, как тут интересно все здесь. Вот тут выбираешь себе пончик какой-то и покупаешь мир заодно. Красиво. Holy moly donut shop. Holy moly donut shop. Holy moly. 40 leave him like a donut. Pull up bitch like a no. Can't wear the rolly without the polo. Holy. Wee.